Владимирская прокуратура обязала чиновников отремонтировать разбитые участки дорог в областной столице. Речь идет об улицах Красносельская, Мещерская, Мостостроевская, Шпалорецкая и бульваре художника Иванова. К слову, в этом году общественники проверяли состояние этих дорог. По словам Сергея Федяева, их ремонт проводился подрядчиками еще в 2019 году, причем с гарантией в 6 лет. С тех пор прошла всего половина гарантийного срока, а дороги уже оказались в ненадлежащем качестве, рассказал руководитель общественного движения. Когда состоялись тендеры, да, по ремонту данных участков дорог, подписывались контракты с подрядчиками с гарантией на 6 лет. А мы говорим про 3 года. Рушатся кромки дорожного полотна, то есть водоотводы отсутствуют. А вот весенний-осенний период, да, когда перепады температур, вода проникает в дорожное полотно и его разрывает. Состояние дорог, по мнению общественников, создает угрозу безопасности дорожного движения. В результате прокуратура совместно с дорожными полицейскими проверили информацию. Было установлено, автодороги имеют выбоины и проседания проезжей части. Прокуратура города, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к восстановлению дорожного покрытия, ликвидации выбоин и проседаний, восстановлению отдельных участков полотна на улицах Мещерская, Мостостроевская, Шпалорецкая, бульвар художника Иванова. В отношении ответственного должностного лица МКУ «Центр управления городскими дорогами» вынесено постановление возбуждения административного дела по части 1 статьи 12.34 КОАП РФ, которое в настоящее время находится на рассмотрении.